Фист Хэтсман. Эпизоды. Один дома. Здесь 5 эпизодов. Доступны только 2 на данный момент. И мы пока что пройдем первый. Потому что второй еще не скачался. Июль. 12 июля. В общем. Ох. Давно у нас не было хорроров. Давно меня не было. Ладно. Так. Что тут? Блин. Вечереет, я так понимаю. Ладно, это что? Это дневник, домашка, сыночка. Так, ладно, здесь ничего полезного особо нету. Так, сообщение. Так, короче, что дальше есть тут? Еще комната какая-то. Непонятно. Только она вся темная какая-то очень. То есть телекриста у меня нету, да? Это кто? Ты, может, уйдешь? Что-то я не хочу уже. Блин, мне страшно стало. Так, на улице его нету вроде. И где он? Вроде нормально все. Куда он ушел? Так, что в холодильнике есть? Только вода, я так понимаю, да? Да, только вода пока что мне нужна. Ну и что это, лазанья? А, подогреть надо. Ох, это долго будет. Ладно, что я могу поделать? За негрец, конечно же, осмотреться. Потому что теперь мне страшно. Со мной что угодно может случиться. Так. Даже страшно стало. Ладно, что, подогрелось? Все. Так. Написано, надо посмотреть телевизор. Ну так и сделаем тогда, посмотрим телевизор. Так. Вот он. Ну, так, все, смотрим. Что у нас тут? Лазанья, прикольная лазанья. Я бы сейчас поел лазанью, кстати. Вкусно выглядит. Чё? Вы видели это? Там прошел кто-то. Так. Что-то мне не смешно уже. Так, быстрее заедаю. Нафиг это. Потому что что-то подозрительное начинается. Так. Кто это? Я уже забыл. Так, ладно. Мэнсон. Оливер какой-то. Вот я сейчас зря сюда поднимаюсь, чувствую это. Ну ладно. Так, еще от него сообщение. По-любому, вот не знаю, что это за сущность. Но предчувствие есть какое-то, что сейчас что-то будет. Страшно. Вроде пусто. Так, еще раз проверяю, мало ли что-то я не заметил. Кто мне постоянно пишет тут? Вот знаете,
Мне уже вообще не смешно. Я просто хочу, получается, поспать. Хотя, учитывая время, когда я это записываю, именно 23:35, я и так хочу спать. Так, что ж, уже совсем темно. Какого-то хера я проснулся в час ночи. Охренеть. Ну что ж, я так понимаю, что сейчас все начнется. Ладно. Принципе, я готов. Так. Блин, мне вообще не смешно. Даже жутко. Что могу сказать? Опять воду. Ночной дежур. Одобряю. Я бы сейчас особо много не говорил, потому что не страшно. И лучше прислушиваться к звукам. Потому что реально страшно. Чем я в это играю? Прям так, еще сообщение. Моего дома стоит кто-то? Там кто-то стоит во дворе? Так. Ну, надо написать, скорее всего. Это... Ох. Страшно становится. Боже. Зачем я решил в это играть? Скажите, вот зачем я решил в это играть? Пишите мне, мне самому страшно стало. Кто-то, какой-то негр в моей комнате. Что мне делать? Вроде бы там никого нету, но... Как мне присылают фотки, кто-то там есть. И если фотка была сделана примерно с соседнего дома, то значит мама это в соседнем доме. Почему я не могу через задний двор сбежать в дом впереди дом? Так же будет лучше. Я не знаю уже, что делать, что предпринимать. Опять сообщение. Так. Давайте думать, что делать. Что делать. Надо же как-то пройти игру. Ну, жутко. Собраться, надо собраться. Не могу же я тут час сидеть. Или больше. Рано или поздно что-то надо сделать. Так, надо подумать. Как пройти эту игру? Что мне нужно? Чё за... Это чё там? Полиция? Game by Rail. Это конец? Ты кто?
Это мама? Или кто это? Ты кто? Что происходит?